вечер. Получается, что какой-то спектакль из-за меня тут происходит посреди концерта. Лучше бы меня в конце. Ну ладно. Значит, да, у меня действительно огромная радость случилась. Все уже, наверное, знают. Вышел этот прекрасный альбом на всех возможных носителях и даже на виниле, к моей большой радости, чего я даже не ожидал в какой-то момент. Что касаемо пьесы, то она находится на виниловом альбоме не первым номером, как на CD и всех остальных местах. Но в моем сознании альбом открывает. Она действительно, это пьеса, которая написана, по-моему, в 17 или 18 году. И опять же тут, как и весь диск, значит, имеет место быть явная совершенно роль нашего прекрасного друга, исполнителя, пианиста и учителя, причем учителя вообще, вот, наверное, всех. И в этом зале, знаете, сказать о том, что Алексей Любимов учитель всех нас, это нормально. Это как примерно с Иоганном Себастьяном Бахом происходит. Вот, значит, Алексей Любимов был, как бы, он содействовал моему появлению в городе Амстердам. Он перед этим сыграл что-то еще мое. И вот местная амстердамская певица Анна Зерникова прекрасная заказала мне это произведение, которое я довольно быстро написал, потому что, знаете, очень благодатные стихи Иосифа Бродского предложила мне, собственно говоря, вот Анна Озерникова. Буквально был выбор из двух стихотворений, я тут же выбрал это. Хоть я и не являюсь каким-то особенным знатоком Бродского, но вот оно абсолютно легло на мое сознание. Дело в том, что я с некоторых пор очень люблю композитора Симеона Тенхольта, или Тенхольта, как его говорить, не очень понятно, правильно? Узнаем у голландцев. Обожаю этого композитора, особенно его пьесу «Палимпсест». И в числе прочего, надо сказать, что вот меня часто издают мои ноты на прекрасном голландском издательстве «Данемус». И как бы агент, наш российский агент в этом издательстве Валерия Гороховская, она, собственно говоря, вот содействовала моему появлению там, и она, как амстердамские жители, возможно, не в самом Амстердаме она живет, но как голландец, она дружна была с самим Симеоном Тенхольтом. И, в числе прочего, она рассказывает прекрасную историю о том, что это не история, это быль. Симеон Тенхольт последние годы, я не знаю, наверное, много лет, он жил в неком уединенном доме в дюнах, значит, где-то близко от моря, в Голландии. Я там сам никогда не был, надо сказать. Но я тут же нарисовал себе в сознании вот эту картину, которую мне рассказала Валерия, о том, как они ходили с мужем, ездили на машине специально вот в этот дом к Симеону, который там, вот, мне представилось, что сидит и с утра до вечера наигрывает вот эти свои прекрасные бесконечные фортепианные опусы. Наверное. Ну а как еще? А что он там еще делает, казалось бы? Вот я себе представил, а потом, понимаете, дорога, вот это наверняка дюны. В общем, я как бы нарисовал картину, которую мне пересказала вот Валерия Гороховская. Собственно говоря, об этом пьеса, а также эта пьеса о некой мечте, ну, о чем-то хорошем, как и многие мои опусы, они нас наполняет неким позитивом. Я желаю всем хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Ну, там еще велосипедная прогулка была, Павел Викторович, которую вы не упомянули. Мы сейчас послушаем Алису Тен, сопрано, Марину Каторжнову, скрипка, Глеба Хохлова, скрипка, Сергея Полтавского, альт, Ольгу Демину, виолончель и Петра Айду, фортепиано. Пожалуйста, произведение Павла Карманова «Голландия» на стихи Иосифа Бродского.
Спасибо.